Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такие маркеры для растений быстро и без затрат. Это очень коротенькое видео. Кому интересно, досмотрите до конца. Растений уже много. Подписывать их каждый стаканчик накладно. Поэтому хочу сделать маркировочку. Небольшие бирочки, ну, чтобы замаркировать каждое растение. Значит, я выделила вот такой ведерко. Ну, в общем, чтобы был плотный пластик. Обрезаю верхнюю часть ведерка, она нам не понадобится. Покупать, как бы можно их и купить, и такие маркеры, но это все-таки лишняя трата денег. Если можно их сделать самим, и получится очень и очень бюджетно. Разрезаю пополам и вырезаю донышко. Можно взять канцелярский нож, им тоже очень удобно резать. Получилась вот такая полоса. Сейчас немножечко подровняю по краю, чтобы ровненько было, потому что дно вырезалась немножко тяжелее, чем верхушечка. Так как я делаю бирочки небольшие, для того только, чтобы написать на ней цифру, под которой будет расти растение, я делаю еще раз эту полосу напополам. Вырезаю небольшие бирочки. Так, немножко наискосок. И с такого пластикового ведерка получится очень много штук. И уже не нужно будет покупать в магазине. Для того, чтобы вот эти бирочки легко входили в грунт, вот такая будет бирочка, ее еще можно будет немножечко подрезать, сделать уголочек такой более острый. Это очень удобно. Сейчас показываю наглядный пример. Вот, допустим, у меня уже пересажена петунья под номером 4. И вот так вот пишем цифру 4. И, пожалуйста, уже растение мы замаркировали. Вот такого пластикового ведерка получилось 48 штук. В интернете я смотрела на AliExpress, 50 штук стоят примерно около 50 гривен. Это все-таки деньги, и плюс то, что нужно будет их ждать месяц, полтора, а то и два. Поэтому, чтобы не тратить деньги, не тратить свое драгоценное время, можно взять или пластиковое ведерко, или стаканчики из-под йогурта, стаканчики из-под сметаны. Ну, чтобы, главное, чтобы был плотный пластик. Также можно взять, если у вас уже нет такого плотного пластика, можно в крайнем случае взять 1,5-2-литровую, 5-литровую бутылку и вырезать из бутылки вот такие маркеры. Если мое видео в чем-то помогло, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.